На депутата Максима Полякова не надевали электронный браслет. Об этом сообщили в нацполиции. 22 июля правоохранители вместе с детективами антикоррупционной прокуратуры ожидали в течение 3 часов, что депутат явится в управление полиции. Но безрезультатно. Нардеп попросту проигнорировал вызов. Очікували на народного депутата Максима Полякова в обласному відділенні поліції Черкаської області, куди він був викликаний для процедури одягання йому готового і запрограмованого електронного браслету стеження. Після 3 годин очікування і того, як народний депутат не з'явився, не прибув до відділення поліції, на місце була викликана слідчо-оперативна група, яка цей факт задокументувала. Тем временем адвокаты Полякова заявили, их подзащитные не собираются надевать и носить электронный браслет. Мол, выполнение этого постановления противоречит Конституции. Напомню, 11 июля Верховная Рада лишила Максима Полякова неприкосновенности, но не дала согласия на его задержание и арест. Поляков, напомню, фигурант так называемого янтарного дела, в котором также фигурирует нардеп Борислав Розенблат. Его парламент также лишил депутатского иммунитета.